Всем привет, с вами Катя и Паша. Всем привет. И сегодня мы снимаем вторую часть видео «Дорого или дешево». В прошлом видео мы пробовали самую чистую воду в мире за 450 рублей. Так что, если вы не видели, сначала посмотрите первую часть, и потом продолжайте смотреть это видео. У нас есть гранатовый сок, йогурт, мороженое и попкорн. И мы сейчас будем по очереди с закрытыми глазами угадывать, что из них дорогое, а что дешевое. Ну, с чего ты хочешь начать? Ну, давай начнем с мороженого, потому что оно может начать таять. И давай ты первый, потому что в прошлый раз я начинала. А я тебе дам подсказку, какой оно на вкус, и ты тогда легко угадаешь. Давай ты первый попробуешь, потому что ты очень любишь мороженое. Я тебе уступаю. Ну, давай. Согласна? Давай. Жулик. Так, я уберу пока из кадра пупком, чтобы он не мешал. Дешевое мороженое стоит 60 рублей, мы его покупали в магазине 99 центов, где все стоит 1 доллар. И вот это дорогое мороженое из Whole Foods, стоило оно 325 рублей. Кошмар. Оно органическое, только натуральные продукты. Катя первая начинает пробовать. Давай вот это сначала. Ну, вкусное, просто ванильное. Что это, дорогое или... Наверное, дешевое. Ну, кстати, вкусное. Вкусное? Угу. Так, ну попробуйте теперь вот это. Ты мне то же самое дал? Нет? Ну! Не знаю. Ну-ка, еще раз, последнее. Так, это такое же, что и до этого было. Ты же эксперт по мороженому, разве нет? Ты мне дал сначала одно, потом второе, а потом опять первое. Нет, я тебе все честно давал, вот не дадут соврать. Так, давай еще раз. Да сколько можно-то? Ну, это... Да не заново, одно такое, другое. А, в смысле? Хорошо, вот сейчас первое. Окей? Зафиксировала вкус? Да. Второе. Блин, они так похожи. Они разные, но они очень похожи, потому что они оба ванильные. Но я думаю, что первое дешевое, а второе дорогое. Да, все верно. И первый раз я тебе все нормально давал. Да? Ты такая, да, что-то они одинаковые. Блин, ну вот это мороженое очень сильно похоже на пломбир, вот советский пломбир. А вот это мороженое, оно более такое кремообразное, что ли. Потому что вот по вкусу они очень сильно похожи. И почему мне показалось, точно, что, ну, как бы, ты мне дал опять такой же, потому что это сильно уже было такое, подрастающее, да, оно, хотя они одинаковые, их только что достала, но оно более жидкое, а из этого я чуть-чуть в каком-то таком месте взяла, что оно еще, как вода. Короче, давай, твоя очередь. Давай. Угу, зафиксировал. Зафиксировал? Да, похоже на обычное самое мороженое в мире. Вот так. Они одинаковые. Да! Они одинаковые! Еще раз, пожалуйста. Вообще так сложно отличить. Первое. Угу. Чувство. Чисто по твоему описанию догадался. Это было дорогое? Сейчас дешевое. Да, все верно. Только, если ты мне не описывал, видишь, я жулик. Если ты мне не описывал, что оно такое кремообразное, как бы чуть-чуть погуще. Да. Я бы не догадался, они одинаковые. По вкусу они вообще... Просто ванильные. Но здесь, может быть, ты платишь еще за то, что здесь как бы печеньки вот эти купятся. Да нет, ну просто это мороженое сделано из натуральных продуктов, здесь нет никаких химикатов. И печенька с шоколадными. Да, да, печенька здесь... намного круче, чем в этом. Здесь потому, что, допустим, морская соль, коричневый сахар, никаких вообще Е нет, никаких вообще химикатов. А здесь я... Весь алфавит, наверное. Нет, ну на самом деле, я уверена, что в России такое мороженое стоит 10 рублей. Да. Да. Здесь самый дешевый доллар. Да. Но все-таки платить
325 рублей за вот это вот одно мороженое, я считаю, что это просто жесть. За эти деньги можно ведерко купить. Ведерко купить, да, большое. Хюгендаз. В прошлый раз мы пробовали апельсиновый сок, и практически не было никакого отличия, хотя цена была просто во сколько? В 7 раз дороже был сок. Вот, и сейчас мы решили попробовать гранатовый сок. 60 рублей. И 300. Ну, я считаю, что вообще неплохая цена, на самом деле, для настоящего, для натурального гранатового сока. Сколько там гранатов? Здесь 4 граната. Не добавлен сахар. Очень полезный, кстати, сок. Вот, а здесь? А здесь водичка, немножко химии и пластмасска. Здесь, кстати, написано, что 5% сока. A few moments later. Вкусный, сладкий. Не сильно концентрированный. Ну как ты можешь какой-то? Мне кажется, это дешевый, скорее всего. Потому что он, ну, прям какой-то, как водичка. А вот этот прям такой, ну вот как настоящий, знаешь, он такой и не сладкий, и не кислый какой-то. Как будто настоящий гранат съел. Какой-то он горьковатый чуть-чуть, и чувствуется он такой терпкий, знаешь, такой насыщенный. Угу. Там просто вода со вкусом граната, а это прям сок. Я прав? Да, все верно. Просто посмотрите на это различие. Апельсиновый сок было не отличить, это прям вообще спокойно. Из моих рук, чтобы ты не знала, как стакан форма. Это настоящий. Ты уверена в этом? Так, ну давай следующий тогда. Этот как... Да, как, ну такая как сладенькая водичка. А до этого был прям такой настоящий сок. Так он прям вяжет чуть-чуть, нет? Да, он даже вяжет, как будто, ну... Как вот как гранат ешь, такой же остается во рту послевкусие. Ну, в общем, правильно? Да. Прикольно. Это было очень легко, на самом деле. Вообще просто. Угу. Что? Но вот этот тоже вкусный. Ну, не знаю, мне кажется, там очень много химии как-то. Может. Вот такого пить опасно. Что ж, давай закусим йогуртом. Два йогурта. Один стоил 30 рублей. Второй. 130 рублей. Четыре раза разница. Сейчас мы узнаем, насколько это во вкусе будет выражаться. Мы взяли одинаковые вкусы. Ванильный. Опять, кстати, ванильный, как мороженое. Я не представляю, что вот в йогурте за 30 рублей должно быть. Что с ним? Ну, это самое дорогое, кстати, что мы нашли. Да. Написано, что прям органический, самый натуральный, да, в мире. В состав все органическое. Органическое молоко. Крем, сахар органический, органический вот этот ванильный боб, хотел сказать. Ванильные бобы. Ну что, я готова. Будешь первая? Давай. Я их уже открыл, и на самом деле я вижу разницу в них. Мне кажется, дорогой должен быть гуще. Так же, как и мороженое. Я тебе и не скажу, но разница прям очевидная сразу. На вкусный йогурт. Ну какой этот, как ты считаешь, дорогой или дешевый? Я не знаю, на самом деле, ну вкусный. Вкусный? Угу. Давай, чтобы... Вот это дорогой. Второй был дорогой, да? Угу. Чё? Всё верно, да? А? Так. Ты уверена в своих словах? Да, ты опять надо мной прикалываешься. Знаешь почему? Потому что они оба были дорогие. Нет, потому что второй был дешевый. Второй я тебе дал Данон. Это все зафиксировано на камеру, да. И ты такая, о, это точно дорогой. Нифига. Вообще не отличаются? Нет, они очень отличаются. Но я тебе не скажу, чем, а то ты... Так, все, давай я буду пробовать. Я ничего не скажу, ничего. Ложки не перепутай. Все, давай. Это, мне кажется, скорее всего, натуральный. Дальше. Готов? Ага. Такой он сладкий. Сладкий очень. Угу. Вот потому что он такой сладкий, мне кажется, это Данон. Все, твой окончательный. Это мой окончательный ответ. Вот просто вот точно. Первый, да? Был натуральный, потому что он такой, знаешь, ну как все натуральное, не очень. А первый с всякими там добавками, мне кажется. Ну ты прав. Да? Отгадал? Да. Я почему-то думал, что будет второй. Я почувствую по консистенции, но я когда тоже ты... так подумала. Потому что они на вид прям отличаются, да? Угу. Но когда ты
Берешь ложку, и они одинаковые. Да. Ну, по вкусу этот такой, значит, более кисленький. Этот, да, более кисленький, этот очень сладкий. Мне понравился больше сладкий Данон. Ну да, мне тоже. Не будем мы покупать дорогой. Вот в этом йогурте на дне был такой, как бы, как джем-крем. Мы его не заметили, потому что он как рисунок был, его как-то мало было. Мы сейчас его перемешали. И этот стал вкуснее. И он стал вкусным и сладким. Так что берем свои слова обратно. Нам дорогой йогурт. Дорогой. Он, ну, чувствуется, что он дороже, такой прям качественный. Mm-hmm. Так что лучше уж взять нормальный. Продолжаем наш эксперимент. И следующее у нас это попкорн. Вот 60 этот, рублей? 60 рублей. И 270 рублей. 270! Ребята, это попкорн. И ты первый. Окей. Как он вкусный. Вкусный. Можно еще. Давай следующий. Первый был дорогой, второй нет. Знаешь, прям реально отличается. Да. Он прям тут такой мягкий, знаешь, такой бац, растаял во рту. А первый, вот они вот эти штучки вот эти застревают. Да, ты их прям чувствуешь, они такие твердые. И он не такой, знаешь, вкусный и мягкий, вот такой более тверденький. Знаешь, его пожевать надо. Это правильно я угадал? Да, да. Красавчик. Прям я не, даже не думал, что попкорн так может отличаться. Давай я теперь проверю. Окей. Насколько правдивы твои слова. Что? Ну, он такой, я думаю, что дешевый. Очень дешевый. И жизнь ну-ка. Второй. Тот же самый. Ну, а вот еще раз первый. Паша. Ты мне два попкорна? Ой, да не, нормальный, другой вкусный. Я тебе сейчас два раза раз не давал. Нет. Я тебе два раза давал. Ты что меня все время подозреваешь, как это было два разных попкорна? Нет. Оба раза. Неправда. Да ты... Вот на первый еще раз попробуй. Паша. Не, вы видите, что происходит. Я ни разу не жулил, не делал ничего. Знаешь почему? Почему? Потому что сейчас мне вообще соленый попался. Потому что он sweet and salty. Да, вот этот соленый и сладкий. Ты выбери там, когда я не знаю сладкий. А как? Ну давай, ну-ка. Ну это он. Они вроде одинаково. Вот этот дорогой. На вот этот попробуй. Но первый раз ты мне давал два невкусных. Нет, я давал один раз вкусный, потом два невкусных. Потом ты два вкусных, типа, чтобы ты прочувствовала. Вот это вкусный или пять? А я уже не помню, какой дал. Я тебе сейчас дал дешевый. Короче, ты не справилась с этим заданием. Я угадал все. Офигеть. Да потому что они оба нормальных. Мне это больше понравилось. Ну вот это, ну чуть лучше, да. Ну не так, как ты описывал. Ой, как-то там чешуйки застревают. Ну, чуть мягче этот, да, чуть мягче. Да он прям такой, жуешь, он прям мягкий. Этот хрустящий, такой раз, рассыпался у тебя во рту и растаял. Этот тебе надо жевать, и у меня сейчас... Я его, он прожевался, а чешуйка осталась. Прям чувствуется. Да. Вот она, я не вру. По традиции подводим итоги. Сок явно стоит покупать. Да, качественный, потому что... Это 100%. Здесь прям разница чувствуется. Йогурт, опять же, дорогой йогурт. Вкуснее. Вот, но Данон тоже хороший. Кстати, да, Данон вкусный, но когда ты их сравниваешь, в принципе, можно и Данон спокойно покупать. Да. И ты не расстроишься, потому что не как вот этот сок, прям вода какая-то. Ну да, как бы здесь витаминки, сок для витаминов покупаешь. Так, и попкорн. Попкорн? Ну, конечно, этот лучше, но этот тоже не такой уж плохой, просто этот... Слишком уж дорогой. Так ты посмотри, какая паченция. Конечно, он стоит столько. Ты посмотри, пачка-то огроменская. Подожди, давай сравним. Ну да, на 80 грамм больше, но да он вкуснее, прям вообще. Ну вкуснее, да. Допустим, я готов платить 270 рублей за такое. Ну, кстати, в кинотеатрах так, допустим, стоит. Вот его берешь, да. Тебе хватит на весь фильм спокойно. Он прям очень вкусный. Да. И еще мороженое? Мороженое. Тут, мне кажется,
Не обязательно покупать супер дорогое. Ну, особенно вот это слишком дорого для одного мороженого. 325 рублей. 325 рублей! Кошмар. За 60 рублей было вообще ничуть не хуже. И печенька вкусная. Да, было тоже вкусное. Само мороженое вкусное. Угу. Вообще лучше взять ведро за 325 рублей, как бы нормально от Хаген-Дазс, да, ешь его спокойно. Да. Предлагаю в этот раз набрать 10 тысяч лайков, и тогда мы снимем еще одну часть, дорого или дешево. Это челлендж. Вот, и я надеюсь, что вам понравилось это видео. Ставьте пальчики вверх, да-да, 10 тысяч лайков. Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующее видео. Всем, и всем пока-пока. Пока-пока.